В железнодорожном районе Барнаула без тепла остались более 90 домов. Причина – порыв на изношенных теплосетях. Сейчас на месте ремонта работает наша съемочная группа. Алена Февраль готова рассказать последнюю информацию. Алена, здравствуйте. Что сейчас происходит и когда обещают устранить порыв? Добрый вечер, Николай. Я нахожусь здесь. Специалисты ведут ремонтные работы с 11 часов утра. Сейчас за моей спиной коммунальщики меняют поврежденный участок трубопровода на новый. Повреждения обнаружили в 10 часов утра. Это первая авария в этом отопительном сезоне. По словам специалистов, коммуникации здесь не менялись с момента строительства. И сейчас теплосеть попросту не выдержала давления. Работа здесь, несмотря на непогоду, не прекращается, и поэтому завершить все работы специалисты планируют к 21:00, так что уже сегодня вечером в домах снова появится тепло и горячая вода. Николай.